В администрации Ленинского района состоялось еженедельное оперативное совещание, в котором приняли участие руководители муниципалитета и поселений, представители депутатского корпуса, начальники служб и управлений администрации района. Провел оперативное совещание исполняющий обязанности главы Ленинского муниципального района Валерий Венцель. Во вступительном слове он отметил, что кадровые перестановки в муниципалитете не должны сказываться на плановой работе служб и организации района. Работаем в прежнем режиме. Я прошу конструктивно отрабатывать все вопросы, которые будут перед нами ставить и жизнь, и жители, и губернатор Московской области. Валерий Венцель заслушал доклады руководителей управления администрации района, силовых и коммунальных служб, муниципальных учреждений. На прошлой неделе у нас прошла проверка Мингосуправления путем проведения контрольной закупки и осмотра помещений на предмет соответствия постановлению правительства Российской Федерации. Заместителю министра была дана высокая оценка работоспособности МФЦ. Также прозвучал отчет о праздновании прошедшего Дня России. В ходе праздника никаких чрезвычайных или нештатных ситуаций зафиксировано не было. Валерий Венцель поблагодарил собравшихся за работу и заявил, что в будущем запланировано изменение формы еженедельных совещаний.